Короче, время 4 утра, у нас творится что-то очень странное. Вся Москва сейчас находится в какой-то дымовухе. Дышать просто невозможно. Мне действительно становится страшно, потому что дым распространяется, воздух тяжелый, и он пахнет. Ребят, кто с Москвы? Смотрите, пишите в комментариях, вы видели вообще, что происходит? Просто дымовуха творится, невозможно вдохнуть.